Первый. Матфея. Первый. А я думал, евреи будем читать. Да. Что, все зашли? Начинаем. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи Боже наш, милостив буди к нам грешным, прибудь с нами по слову Твоему, сия с вами до скончания века. Благослови нас, Тебе за все хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Толкование на сегодняшнее чтение. Сегодняшнее чтение. Евангелие от Матфея. Первая глава, стихи с 1 по 17. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Стих 1. Родословие Иисуса Христа. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Почему евангелист не сказал, подобно пророкам, видение или слово, ибо они так написывали свои книги. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел, Исаия 1.1. Также слово, которое было в видении к Исаии, Исаия 2.1. Ты хочешь знать почему? Потому что пророки вещали к жестокосердным и непокорным, и потому говорили: божественное видение и Господне слово. Так они говорили для того, чтобы народ убоялся и не пренебрег тем, о чем они говорили. А Матфей имел дело с верными, благомыслящими и благопокорными, и посему не сказал наперед ничего подобного пророкам. Могу сказать нечто и другое, именно, что видели пророки, но видели умом, созерцая при помощи Святого Духа, посему и называли то видением. Но Матфей не умственно видел и созерцал Христа, но чувственно пребывал с Ним и чувственно слушал Его, когда Он был во плоти. Посему не сказал «видение, которое я видел» или «созерцание», но сказал «родословие Иисуса». Имя Иисус не греческое, а еврейское, и значит «спаситель», ибо оно у евреев означает «спасение». Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Феофилакт с первой строки обращает внимание слушателей на авторитет Библии. Господне слово. Все до единого святые пророки, начиная провозвещать тайны Господни, как посланники Иеговы, придавали своим словам абсолютный авторитет от имени Бога. 2 Петра 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Исаия 1.2. Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня».
Неподчинение Слову Божию, исходящему от пророков, приравнивалось к бунту против Создателя. И эти люди объявлялись лжецами, то есть детьми дьявола. Второзаконие 4.2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Притчи 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Иоанна 8.44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Откровение 21.8. Всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Эти же угрозы непокоряющимся и искажающим Слово Божие высказаны Духом Святым и в Новом Завете. И этими словами заканчивается Библия. Откровение 22, 18, 19. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Продолжение толкования. Христа. Христами называли цари и первосвященники, назывались цари и первосвященники, ибо были помазаны святым елеем, который лили из рога на их голову. Господь называется Христом и как царь, ибо воцарился для истребления греха, и как первосвященник, ибо сам себя принес в жертву за нас. А помазан он истинным елеем, Духом Святым, преимущественно, ибо кто другой имел Духа так, как Господь? Во святых чудодействовала благость Святого Духа, но во Христе действовала не благость Святого Духа, но сам Христос творил чудеса с единосущным Ему Отцом и Духом. Сына Давидова. Слову Иисуса евангелист присовокупил сына Давидова, для того, чтобы ты не подумал, что он говорит о другом Иисусе. Ибо был и другой знаменитый Иисус, вождь Израиля после Моисея. Но сей назывался сыном Навина, а не Давида. Жил многими веками ранее Давида и происходил не из Иудина колена, из которого произошел Давид, а из другого. Сына Авраамова. Почему евангелист поставил Давида прежде Авраама? Потому что Давид особенно был знаменит у евреев и жил позже Авраама и был царь. Ибо из царей он первый благоугодил Богу и первый из них получил обетование, что от его семени восстанет Христос. Почему все и называли Христа сыном Давидовым? Давид носил в себе и образ Христа. Ибо как сей воцарился на место отверженного и возненавиденного Богом Саула, так и Христос пришел от Отца во плоти и воцарился над нами, как Адам потерял царство и данную ему власть над всем живущим на земле и над демонами. Авраам родил Исаака. С Авраама начинается родословие, так как он был отец евреев и первый получил обетование – что благословятся в нем все народы. Бытие 18.18. Итак, прилично от сего начинается родословие Христа. Христос есть семя Авраама, в котором получили благословение все мы, бывшие прежде язычники и под клятвою. Авраам значит отец языков, а Исаак – радость, смех. Евангелист не упоминает о прежде родившихся детях Авраама, то есть об Исмаиле, и других,
потому что иудеи происходили не от них, а от Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Вот потому... Толкование. Вот потому упомянул об Иуде и братьях его, что от них произошли 12 колен. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Толкование. Иуда отдал Фамарь замуж за Ира, одного из своих сынов. Но как сей умер бездетным, то он отдал ее за сына своего Онана. Когда и этот потерял жизнь за свою срамоту, то Иуда уже не выдавал ее за третьего сына. Но она, сильно желая иметь детей от семени Авраамова, сложила с себя одежду вдовства, притворилась блудницей, смесилась с свекром своим и зачала двух детей-близнецов. Во время родов первый из них показал из ложа си руку, как будто первым родится. Повивальная бабка, усматривая, что родятся двое, тотчас, дабы отличить первенца, обвязала показавшуюся руку младенца красную нитью. Но младенец опять скрыл руку в чрево, и прежде родился другой младенец, а потом уже и тот, который прежде показал руку. Посему прежде родившийся назван Фаресом, что значит перерыв, так как он перервал естественный порядок, а скрывший руку – Зарою. Эта история заключает в себе некоторую тайну. Как Зара прежде показал руку, а потом скрыл ее, так жизнь во Христе проявилась во святых, жившись до закона и обрезания. Ибо все они оправдались не соблюдением закона и заповедей, но жизнью по Евангелию. Таков Авраам, ради Бога оставивший отца и дом и отрекшийся от естества. Таковы Иов, Мелхиседек. Но когда пришел закон, эта жизнь скрылась. Впрочем, как там по рождении Фареса и Зара вышел из утробы, так по даровании закона снова воссияла жизнь евангельская, ознаменованная красной нитью, то есть кровью Христовую. Итак, потому евангелист упомянул о сих двух младенцах, что рождение их означало нечто таинственное. А впрочем, и о Фамаре, хотя она и не похвальна за то, что смесилась с свекром, он упомянул, чтобы показать, что Христос, принявший ради нас все, принял и порочных предков, дабы самым рождением своим от них осветить их, ибо он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Никто не может требовать исполнения того закона, который не доведен до сведения живущих в этом государстве. Знать Евангелие – это не только знать его содержание, но и знать его истинное толкование. Иоанн Златоуст говорит: «Не показывай мне, что написано, а дай мне смысл написанного». Жизнь по Евангелию, то есть по Новому Завету, по второй части Библии, наиглавнейший и спасительный, как может произойти, если народ не научен и его не учат этому самому Евангелию? Те, кто скрыли, не донесли, какой страшный ответ дадут перед Богом. Обращаясь к таким священникам, Иоанн Златоуст говорит: «О священник! Если одна овца погибнет по твоей небрежности, тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину». Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Нужно не просто читать, а исследовать, как в лаборатории, постигая истинный сокровенный смысл откровений Духа Святого. 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Жить по Евангелию – значит быть плодоносным, жить не огорчая Спасителя. Псалом 1:2-3. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое,
и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Как может пастырь говорить о жизни по Евангелию своей пастве, если Евангелие не изучается, а как принято существует совершенно отдельно на полочке, не обитая в человеке? Если нет жизни по Евангелию, жизни по Слову Божию, то все ритуалы, все богослужения, даже с участием папы и патриарха, имеют иную цену, чем им придают их исполнители. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Жить по Евангелию – это жить в Духе Святом. Евангелие – это откровение Духа Святого. Григорий Ниский утверждает, что Бог имеет дело только с тем, что сродственно Ему. В ком Дух Святой, тот не может не любить Христа и Слово Божие. Иоанна 14.23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, а Отец Мой возлюбит Его, и Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Нелюбовь к Слову Божию, там, где нелюбовь к Евангелию, где не избирается благая часть сидения у ног Христа. От Луки 10.42. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Римлянам 8.9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Незнание Евангелия обрекает человека блуждать в стране далекой с блудным сыном в содружестве, вдали от трапезы Отца. Стихи 3-5. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. Толкование. Некоторые думают, что Рахав есть та Раав блудница, которая приняла соглядатаев Иисуса Навина и спасла их, спаслась и сама. Упомянул же о ней евангелист для того, чтобы показать, что как она была блудница, так и все язычники, ибо они блудодействовали своими делами. Впрочем, все язычники, принявшие послов Иисуса, то есть апостолов, и уверовавшие в слова их, спаслись. Комментарий Игнатия Тихоновича. Прошла 1000 лет до блаженного Феофилакта, архиепископа болгарского. Многое изменилось в мире и в церкви, но Господь говорит, Иеремия 1.12, «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». У Бога всегда на примете люди, преданные Ему, в которых одно желание – жить для Бога и исполнять волю Его, нести святое слово по миру неискаженным. Даниила 9.23. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. Таким мужем желаний оказался блаженный Феофилакт, который всю жизнь свою всею жизнью своею подтвердил слова апостола Павла, Филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». В предисловии к толкованиям сказано, на какое разорение он прибыл в Болгарию, какой темный и невежественный народ оказался под его окормлением, и какие безумные ереси того времени отравляли сознание людей. Исайя 49.8. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные. Его толкование Священного Писания для миллионов людей стали воистину заветом любви к Слову Божию. Блаженный Феофилакт с абсолютной точностью на протяжении толкования всего Нового Завета подчеркивает, высвечивает роль проповеди апостолов. Он проникнут апостольским духом благовестия.
непрерывная проповедь, научение, истолкование – это то, что приводит к жизни во Христе, к жизни по Евангелию. Кто из пастырей сегодня понимает это, ибо всюду проповедь подменена ритуалом и обрядом, а от этого никто не возрождается, и остаются всюду та же египетская тьма, обман и самообман. Воос родил Авида от Руфи. Толкование. Эта Руфь была иноплеменница, однако же сочеталась с Воозом. Так и церковь из язычников, хотя была иноплеменницей и вне заветов, забыла народ свой и почитание идолов, и отца своего дьявола, и обручилась с единородным Сыном Божиим. Стих 6. Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урией. Толкование. И о жене Урииной упоминает евангелист, дабы показать, что не должно стыдиться предков, но наипаче стараться и их прославлять своей добродетелью, и что Богу все угодны, хотя бы произошли и от блудницы, только бы были добродетельны. Стихи 7 по 11. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Йосафата, Йосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. Толкование. Переселением вавилонским называют тот плен, в который, наконец, все иудеи были отведены в Вавилон и плакали на реках вавилонских. Вавилоняне и в другое время делали у них завоевания, но озлобляли их умерение, а тогда окончательно переселили их из Отечества. Стихи с 12 по 16. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Толкование. Почему евангелист представляет родословие Иосифа, а не Богородицы? Какое участие имел Иосиф в бессеменном рождении? Иосиф не был истинный отец Христов, чтобы от него вести родословие Христа. Слушай, правда, что Иосиф не имел никакого участия в рождении Христа, и потому следовало бы предоставить родословие Богородицы. Но так как закон запрещал вести родословие по женской линии, то евангелист и не представил родословие Девы. Впрочем, показав родословие Иосифа, он вместе с тем показал и ее родословие, ибо был закон не брать жен из другого колена, ни из другого рода, а из того же колена и рода. Числа 36.6. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца твоего, своего. И как был такой закон, то явно, что в родословии Иосифа представляется и родословие Богородицы, ибо Богородица была из одного с ним колена и рода. А иначе, как бы она могла быть обручена ему? Таким образом, евангелист соблюл закон, запрещавший вести родословие по женской линии. Но показав родословие Иосифа, показал родословие и Богородицы. Мужем же Марии назвал его по общему обыкновению, ибо мы имеем обычай и обручника называть мужем обрученный, хотя брак еще и не совершен. Богу нашему слава!
навеки. Аминь. Пока они разошлись, я попросил бы, Володя, отними это все, снова начнешь потом, о молитве. Что, прекратить? Кто хотел бы прочитать молитву?